На 50% снизить размеры административных штрафов предложили депутаты. Скидка, впрочем, возможна только в случае уплаты штрафов в недельный срок. Об этом стало известно на встрече представителей правоохранительных органов с общественностью Усть-Каменогорска. В республике также предлагают заменить штраф общественными работами, но такая альтернатива возможна только в отношении малообеспеченных граждан. В течение 7 дней человек, признавший свою вину, физическое лицо, погашает, то есть платит штраф, то у него есть право заплатить всего 50%. Сейчас предлагается это распространить на все юридические лица и на государственных служащих. Сегодня, да, совершенно верно.